исход тех, которые ослушались Аллаха в этой основе и совершили ширк. وضرب لذلك الأمثال يقولون هذا пример من ذكر قصص الأمم السابقة يقولون пример из истории общим, которые были до нас مع أنبيائهم с пророками وبين ما عاقب به أهل الإشراك منهم في الدنيا и разъяснил, как Аллах наказал мушриков в этом мире. Дальше шейх говорит: ولستفيد من هذا أنه يجب في التعليم والدعوة أن يبدأ بالأهم فهم. Также мы из этой основы берем пользу, что в дааве нужно начинать самого важного. Так шейх начал перечислять основу, и первую основу перечислил от Тауфи и разъяснил шейх. То есть значит самым важным. Помимо этого аллаха, и один из тех доводов, который указывает на это, хадис Муад, радиллаху анху. Аннама кала ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иякун ауль ма тадуухум илайхи», пусть первое, к чему ты будешь призывать, будет «Ан яшхаду алла илляха илляллах». Первое, то, к чему ты их будешь призывать, пусть это будет свидетельство, что нет Христа достойного поклонения, кроме Аллаха, ва анна Мухаммад расулуллах, и что Мухаммад его посланник. Настафиду айдан анна Аллах иннама байдана хада аль-баян аш-шафи аль-кафи иқамата лиль-худжати аля ибади. Также мы извлекаем пользу, что Аллах, то, что Аллах разъяснил, таким разъяснением, достаточным, убедительным, для чего? Иқамата лиль-худжати аля ибади. Донеся довод на своих рабов, на своих рабов. То есть донеся хюджу на рабов. وَقَطْعًا لِيَحْتِجَاجِهِمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, для того, чтобы они в судный день не припирались перед Аллахом, не говорили, что ты не отправил к нам посланника, что ты не разъяснил нам от того величия. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Аллах в Коране говорит: «Усулан мубаширина ва мунзирин». То есть мы отправили пророка к посланнику. Мубаширина с радостной вестью. Ва мунзирина и с предостережением. «Лиан ла якуна лин-наси аля Аллахи худжатун баъда ар-русул». Чтобы у людей не было довода против Аллаха после посланника. То есть чтобы они не оправдывались перед Аллахом, чтобы до них не дошла истина. Дальше шейх продолжает и говорит: «Нахуду митхалан ва'адан мир Кур'ане фи баяни хави ль-калия». Возьмем один пример из Кур'ана, который разъясняет этот вопрос, то есть первую основу. «Ва кавлу Аллахи та'ала», и это слово Аллах: «Ва ма умиру илля ли'абуду Аллаха мухлисина лаху ддина». И не было приказано, кроме как поклоняться одному Аллаху искренне, посвящая ему всю религию. Фанур Ахмад Аллах, смотри, давно будет тебя Аллах, Иля хад аль-байар аль-авлим, на это великое разъяснение. Аввахир, ясный, явный, аль-вахлы, понятный. Виттидали аяты, бигуслюбил хасри валь-каср. То есть тем, что Аллах начал этот аят методом чего? Аль-хаср валь-каср. То есть ограничивание ибада Аллаху. И ограничивая функции этих людей в этом мире. То есть поклоняться одному Аллаху, не предавать ему сотоварищу. Им было поведено, что только лишь, чтобы они поклонялись одному Аллаху и не предавали ему сотоварищу никого и ничего. ثم نجد من بعد ذلك и после всего этого, то есть это всего лишь один пример из Корана.
Это всего лишь один пример из Корана, один аят, который указывает на то, что человек должен поклоняться одному Аллаху, не предавать ему сотоварищ, никого и ничего. А таких аятов сколько? Как мы уже сказали, целиком Коран. Целиком Коран указывает на это. Поэтому шейх говорит: «Тумма наджиту мин ба'ди дзалика ман язраму ли нафсихи тахсила шахадатин улья». После этого мы находим тех людей, которые утверждают, что они получили высшие дипломы образования, то есть шариатских наук, федерации шариа, وَلَعَلَّهُ يَكُونُ إِخْتِصَاصُهُ تَفْسِيرُ الْكِتَابِ. Возможно, он получил диплом в тафсире. أَوْ دِرَاسَةِ الْأَحَادِيثِ или изучение хадиса. Мы находим таких людей, которые получили такие дипломы в тафсире, в хадисах, в общем, науки шариата, ومع ذلك يغفر معنى هذه الآية, вместо с этим он не знает смысл этого аята. Мин вуджуби сарфи аль-ибадати ва вуджуби аль-ихласи лаху, что этот аят указывает на обязанность поклоняться одному Аллаху, не предавать ему сотоварища, никого. Ва вуджуби тарки ш-ширки, и на обязанность оставлять ширк. Баль язиду маа хадхи аль-гафла, однако он еще вдобавок к этому, к этой беспечности, к этому непониманию аята, что он делает? Язид маа хадхи аль-гафла ан яджаля дзата ма амара Аллаху бихи фи хадхи аль-аят мадмуман. Он считает то, что Аллах приказал в этом аяте, порицаемым. А что приказал Аллах? Поклоняться одному Аллаху и предавать ему сотоварища. Этот человек, который получил эти шахады, диплом, считает вот это махмуман, то есть порицаемым. Как мы это видим у ашхаритов, у суфиев? Вроде бы эти люди получили докторские, получили магистратуру. Вместе с этим они считают поклонение одному Аллаху, не предавая ему сотоварища, никого ничего, порицаемым. ويجعل عين ما نهى الله عنه من الشرك مندوبا ومطلوبا. Так что он считает то, что Аллах запретил в этом аяте, требуем то, что требуется, мандуба и желательно, а это ширк. ويجعل من آمن بهذه الآية قولا وعملا أهلا للذنب والسلم. И он считает тех, которые уверовали в этот аят, своими словами и своими делами, то есть поклоняется одному Аллаху и предает ему сотоварищ, словами и делами, не просто словами, говоря о них. Он считает их ахлям лиддам, достойными порицания. Восстанет поношение. وأهلا للعداوة والبراءة والتشنيع عليهم также достойными вражды, непричастности и поношения, ругань. ووصفهم بأقبح الأوصاف, что они достойны быть описанными самыми местными описаниями. ثم يجعل من خالف هذه الآية, а потом считает тех, которые противоречат этому аяту, ахлам и мадхин, достойными похвалы. Балю восфаним из салаты, валю мельпуляет, гуляет, валю яджагум ахлам. Также он считает их достойными, то есть описывает их праведностью, описывает их, что они аулия. Также считает их достойными любви, дружбу. وَيَبْذُلُ كُلَّ وُسْعِهِ فِي نُصْرَتِهِ, и тратит все свои силы, помогая им. أَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ أَعْجَبِ الْعَجَابِ, не является ли это самым удивительным, то есть самой удивительной вещью? И такого положения большинство этой умной. Аллах в Коране приказывает поклоняться ему одному, не предавать ему сотоварища,
никого и ничего. И этот приказ настолько ясный, настолько понятный, что его должен понять самый тупой человек. Потому что весь Коран говорит об этом. Целиком Коран говорит об этом. Как говорит Ибн-Каим, рахима-Аллах. Коран целиком говорит о таухиде, запрете ширка. И после этого мы находим людей, которые приписывают себя к самым умным людям, которые не понимают, как будто бы между ними преграда, между этим аятом и пониманием этих аятов преграда. Это шайтан, джайдин. И говорит, что любовь к этим праведникам, дружба, следование за ними, это и есть посвящение ибада им. Когда человек утверждает, что он знает сокровенное, когда человек просит им жертву животным, когда человек дает им обет, обращается к ним с мольбой, это и есть любовь проявление любви к этим праведникам и следование за ними. А когда человек держит его на той степени, которую Аллах даровал ему, они считают это нарушением их права, небрежное отношение к ним и так далее. Это из научения шайтана. Это из научения шайтана. На этом, иншаллах, становимся, субханаллаху ва бихамдихи, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируха ва атубу.